Всем привет, ребят. Ну что, готовы? Сегодня у нас на Китайке обновились акции. Их немного, но я смогу вам показать новую инфу по поводу сундучков. И также у нас сегодня хрустальный сундук есть. Мы тоже его посмотрим. Возможно, там будет, как обычно, было новый скин. Так, вот такой вот базар. За самоцветики, как видите, сдают здесь неплохие плюшки. За 16к вы можете получить бига, если у вас его нету, и скин. Также призрачного. И два гнева. Но самое интересное, вот. За 1400 самов каждую покупку вы можете получить на второй день вот такой вот сундучок. Это, ребят, это третий сундук. Это новый сундук, который недавно ввели. Посмотрите, какие здесь плюшки. Исцеление. Не помню, как этот талант. Вечно забываю. В общем, я его не юзаю. Дальше. Самое основное. Здесь уже в третьем есть красные кристаллы. Вот это вот самое основное, что есть. 10к кулаков, 30 камней. 3 коробки на чары. Железная воля, пятая эмблемка. Самое основное. 2/3 топовых карты. Ну и 15 смен. То есть вот такие вот здесь плюшки. И в принципе завтра мы уже сможем вечером получить и открыть, посмотреть, что же все-таки падает отсюда. Так, это у меня плюшки пришли. Так, ну мы сегодня будем ролить под хрустальный на 50к талантики. Искать новый талант. Хотя бы один найти и посмотреть все же, что же это за талант, так как он есть. Он дает неуязвимость, также восстанавливает процентуальную жизнь. Кулдаун там есть. Давайте сейчас я его постараюсь найти. Вечно забываю. А, он здесь, по-моему, в этой вкладке. Вот. Ну, очень, очень правильно и классно они это сделали. Интересно, психощит. Психощит, как видите, только пятый есть. Так. А вот скоро будут восьмые. Нету пока данных по восьмых. Видите, по семерках есть, но скоро будут. Так. Вот он наш талантик. Новый. На восьмерке 1700% от атаки. Отхиливает кулдаун 7,5 секунд, дает неуязвимость на 3 секунды. Вот самое интересное по рунам посмотреть. На шестерке 2 секунды, 1200. Да даже 2 секунды для некоторых героев это будет реально очень круто. Так, окей. Окей, поехали. Пробуем сейчас его хотя бы хоть какой-то получить. И потестить. Конечно, рунами, думаю, будет очень интересно посмотреть, особенно на Ронине. Так, 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 так. Он тогда вообще может быть неубиваемый. Так, на ком мы будем ролить? Кто у нас тут такой интересный? Для роллинга бочки у меня нету. А, есть. Поехали, будем сегодня ролить на бочке. Куда я нажимаю? Я уже разучился ролить. Так, окей, поехали. Ой, сори, ребят. Я тут ролил коробки, открывал штук 30. Все стабильно, стандартно падает. Лучше пока всего открывал с тех коробок, что я открывал на всех серваках. Это, конечно же, английский сервер. Ну, в конце видоса я вам уже покажу хрустальный сундук. Что там падает. Так. Что-то бочка меня не особо прикалывает. Давайте суккубика. Вот этот талант я даже не видел. Пока видел все, но его еще я не видел.
Ну, там, наверное, такой шанс на него, что его просто будут за донат продавать, да и все. Точно так же, как и питомца, которого еще никто не видел. Который, опять же, за донат, к сожалению. Да, что-то вообще печально все. Жизнь, боль. Возвращаемся к моему любимому стрелку. Тут хоть четверки падают. Даже пятерки не падают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, пропустили его. Стой! Ребят, с вас по лайку. Так, будем аккуратнее. Вот это, вот он, наконец-то. Одна секунда, ребят. Кулдаун, одна секунда. Вот так вот. 350% отхил. Так, хорошо. Смотрим, у меня тут есть Фрейка, разброс. В принципе, для Фрейи. Кстати, для Фрейи будет очень интересно его поставить. Давайте поставим. Интересно будет посмотреть на этот отхил. Что же он все-таки дает? И как он работает? Так, окей. Ставим, что сюда поставим? Такое интересное. Ну, воодушевление смысла нет. Чтобы побольше жизни было. Давайте стойкость поставим. А, не так. Давайте на отхил. На отхил нам надо чем побольше атаки. Так, 4800. 5100. Ставим раскол. Так, есть. Окей. Питомца мы... Давайте слоника поставим, чтобы стан не проходил. Поехали, посмотрим. Какой же все-таки 350% от атаки будет отхил? Поехали. Героя не поставил. Так. Интересно, интересно. Ну, Фрей просто удобно будет это тестировать. Вот, видели, отхил был. Правда, у нас урона по ней мало проходит. Сейчас попробуем, чтобы больше. Надо где-то героев найти. Чтобы так хорошенько ее дамажили. Стрелка какого-то. Либо Фрей еще одну. Вот была Фрея, да? Или что там было? 13 000. Так, куда ты полез? Вот отлично, вражеская Фрейя есть. Смотрим. 82 тысячи. Но это раз в нормальный секунд. Я вам скажу. Но это, в принципе, неплохой плюс. Раз в 8 секунд. Да, вот опять 82. И неуязвимость дает, да, там на 1 секунду получается. Вот сейчас нолик видели, прошел. В принципе, на восьмерке это будет очень офигенный скилл. Особенно, я думаю, для Фрейи. Я не знаю, с таким талантом, походу, герои будут вообще просто неубиваемые. Некоторые. Так, смотрим. Вот опять. То есть на 8-8, блин, круто будет даже семерку рунами собрать. Плюс основной талант, я думаю, это будет очень круто. Очень даже круто будет. Хоть и там есть кулдаун, конечно, нормальный такой, но, блин...
это 350%, а будет 1700. Она себе нормальная, вот и 5,82 тысячи, ресторнит хп. Круто. Надо будет потестить обязательно, особенно на некоторых героях. Я думаю, для Ронина ожог плюс рунами поставить такой талантик, это будет просто опять жесть. Так, окей, поехали дальше. Поехали дальше на нашего стрелка. Блин, круто смотрится. Поехали на ней паролем. Хотя на стрелку, как видели, падает. Очень-очень круто. Главное не пропустить. Может получится у нас больше выбить. Посмотрим. Ну так, вроде ничего. На восьмерке, конечно, блин, будет очень-очень офигенный отхил. Плюс неуязвимость 3 секунды, это для Фрейи просто жесть будет. Да и для любого героя. Для некоторых героев с ограничением это просто топчик. Так, ожог. Уху-ху. Кому его ставить? Надо было Ронину пооткрывать. Ладно. Дойдем мы еще здесь до Ронинов когда-то. В общем, ребят, талант действительно офигенный. Но я думаю, он будет падать очень и очень редко. Так, Арвини. Пишите в комментах, на каких героях вы хотите увидеть его. Я думаю, скоро мы это протестим. Так, четвертый пакт. Ну, спасибо за четвертый пакт, он нам не особо нужен. О, троечка. Отлично. Поехали опять на нее. Ой, не на эту, на вот эту поставим. Ну, в принципе, огонь. Сейчас посмотрим разницу сразу же. Давайте уже доролим, чтобы не возвращаться, потом туда-сюда бегать. Поехали быстрее. Если будет четверка, в принципе, оно затормозит. Ну, как видите, талантики очень хреново падают. И тут нам падает сразу же пятая ремочка. Пятерочка сразу падает. Пятюня. Так, тут есть. Да не на кого ее ставить. Лево. Уже кому хочешь здесь понапихивал эти ремки. Они толком нафиг никому не нужны. А сейчас на гарнизон где-то влепим. Так, тритон. Пусть будет на тритоне, будем его тестировать на 12-12. Так. Так. Еще 10к у нас осталось. В общем, ребят, вот так вот, не знаю, блин, обнова действительно очень-очень интересная получилась. Герой, блин, мне нравится. Ой, был опять тройка, сменил случайно, ну ладно. Как бы пятерка упала, давайте уже до 200-очки добьем. Вот рунами хочу этот талантик посмотреть, рунами на семерке, блин, он будет вообще просто имбовый. Ну, троллинг. Не, видите,
Шанс очень-очень маленький. Даже с коробок, я думаю, я вряд ли. Может, он и в коробках не падает. Опять двойка выпала. Так, окей, поехали, протестируем фрею. Кстати, отлично. Отлично, она всех перебила. Надо найти с Фрей. Там было 82 тысячи. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас будет тут. Так, от стрелка прилетело уже нам. Смотрим внимательно. Ничего не получилось нам посмотреть. Всех перебили. Ищем базу с Фрей. Вот есть база с Фрей с огником, отлично. Так, смотрим. Ну, так, давайте магию еще возьмем. Можно было бы и на подземках, но на подземках неинтересно. Вот, отлично. Так, смотрим. Я надеюсь, держится. О, ну, видите, тоже маловато получается жизни. Тестостеровщик, блин. Так. Вот вам минус. Мало жизни. Так, магия есть. Поехали опять. Попробуем магия сейчас себя обезопасить. Так, отлично. Смотрим. Главное не провтыкать. Ну давай уже хилься, что ли. Запарило, блин. Сколько можно бить? 153 тысячи, ребят. Это уже, конечно, поинтересней. 153к отхил. В два раза. Да, 153. Блин, ну что я могу вам сказать? Круто. Очень-очень круто даже. При том, что 1,5 секунды. Но 153 1700, так она себе фулл хп отхилит. 300, считайте, 300. 400к отхил будет, охренеть. Ну, посмотрим, в общем. И плюс не уяс еще, а с Фрея. Ну, я не знаю, на Фрея будет очень круто. Так, все. Сейчас вам покажу хрустальный сундучок, что у нас тут упало. Ну, вот, ребят, забрал я все. И, честно говоря, охренел. Вы сейчас тоже охренеете от этого сундука, который на китайке. Сейчас вы увидите. Показал я вам талантик. Вот уже есть у меня 6-я эмблемка. Также есть еще эмблема 3-я. Сейчас я вам расскажу, где какое что давали по скринам. За 500 самов там дали самики, слизнячки.
Ну, в общем, такое, карту первую. За 1550 значков, камешки, 10 смен, 20 пропусков. Вот оно так все идет в порядке до 10 этих пропусков на волны. Так, следующий, как вы видите, у нас идут паки большие, сапожки, 10 карт на пустыню, 25 адский саммит, коробочка. Следующий, ребят, следующий у нас идет, вот начиная, это вот на арену, это как бонусация пришло нам, по-моему. А, нет, не как бонусация, сори. За 9000, оказывается, у нас увеличили расходы, но не просто так, сейчас вы это все увидите. За 9000 пришел вот эти вот сумочки, вторые причем. Эмблемка, ну, в общем, до этого, до смен. Я уже просто хочу дальше вам показать, поэтому спешу. Дальше 10 смен. 6 коробок. Это у нас уже пришло как бонус, тот, который я вам показывал. Следующий — это рунки. Рунки, 6 эмблема, 10 удвоений, 2 карты. И, ребят, самое основное вы сейчас увидите. И ставьте обязательно лайки, плюсик, если вы это хотите увидеть сегодня. Это вот так вот. Скин на огнекрыла и 150 новых питомцев. 7 руны. Ну, в общем, вот так вот все. Ставьте лайкосик, если хотите это увидеть. И я вам постараюсь записать сегодня видосик по питомцу и по огнекрылу скина. Все, всем удачи, всем пока.